привязываются и чувствуют потребность быть отцом. Поэтому вы говорите, если вы сейчас, например, пытаетесь воспрепятствовать встречам отца с ребенком, то вы наносите боль, и ребенку причиняете боль, и его отцу. Это деструктивный подход. Одним словом, надо стараться выработать, направить вот этот конфликт в конструктивном русле и постараться выработать соглашение, которое отвечает интересам всех заинтересованных сторон. Татьяна Александровна, вы еще располагаете временем? Минут 20. Давайте мы кейс. Поскольку у нас предыдущее занятие пропущено, я бы хотел с вами разобрать сегодня кейс бизнесмены и супруги. Помните, да? Да, да. Давайте вы его перескажете, как вы его понимаете, а потом мы попробуем в ролях его разыграть. Не возражаете? Конечно. Хорошо. Конечно. Тогда я вас слушаю внимательно. Супруги Роман и Роза, и супруг Роман решил создать ООО на 50% он, 50% его жена, для того, чтобы она, значит, реализовала себя в бизнесе. Бизнес был настроен на продажу и поставку элитной парфюмерии. Значит, в процессе